Терамобил, Нефтекамск, Янаульская, 1А. Телефон 236-88. Соперники с первых секунд начали борьбу за лидерство, и «Ермак» сумел завладеть преимуществом в счете. На 9-й минуте нападающий хозяев Дмитрий Михайлов броском в ближний угол переиграл Андрея Литвинова, но Тарос быстро уравнял шансы на победу. С передачи Егора Дубровского Алексей Гришин оформил счет 1-1. Несмотря на обилие опасных моментов и напряженную борьбу, цифры на табло остались неизменными вплоть до конца третьего периода, пока Артем Воробьев не вывел «Ермак» вперед. Казалось бы, осталось немного продержаться и заветные 3 очка в кармане, но еще через 5 минут Егор Дубровский с подачи Руслана Петрищева вернул интригу в этот матч. Потребовался овертайм, который и определил победителя. На это ушло 1,5 минуты. Семен Иванов забросил в ворота Тароса 3-ю шайбу и поставил точку в противостоянии. Нефтекамцы опускаются на 8-ю строчку турнирной таблицы. Следующая игра пройдет 12 января в Красноярске с командой «Сокол».